Всем привет! Меня зовут Виктор, и в этом видео я расскажу о таком приложении для канала YouTube, как баллы. Баллы для YouTube. Ссылка в описании на вот эту страницу будет у меня под видосом. Там я ее вставлю, не переживайте, поэтому запоминать это, где это находится, не нужно. В общем, в первую очередь, что вам нужно сделать? Вам нужно скачать данное приложение. Нажимаете вот эту кнопочку, переходите в интернет-магазин. Ну, у меня сейчас данное приложение установлено. У вас здесь будет написано «Установить», там или как-то по-английски это будет написано. В общем, будет написано «Установить». Вы его просто устанавливаете. Вот, у меня оно установлено, вот оно вот здесь отражается. Потом вы можете его закрепить здесь. Рекомендую закрепить, чтобы было проще вот сюда заходить, да. То есть, если вы не знаете, как закреплять, в общем, в истории там есть... Где тут, блядь, по-моему, в доп. Инструментах, да? Вот, доп. Инструменты. Заходите вот в расширение. И вот здесь вот будут все они вот эти вот отражаться. Короче, находите здесь это приложение. Ну, и можете его там закрепить. Закрепляете здесь, и все. К нему получается быстрый доступ. После того, как вы его скачали, установили, все отлично. Вам нужно вот здесь вот будет. Ну, и вы либо сразу создадите свой аккаунт, либо потом, то есть это не имеет значения, в какой последовательности это будете делать. В общем, регистрируете здесь, сюда указываете ID своего канала. Ну, тут, в принципе, написано, где его взять, да, там 2-4 символа отсюда. Вот. Вам нужно будет это приложение еще авторизовать. Вы переходите на свою страничку, на свой канал YouTube, переходите на свой канал YouTube, залетаете потом вот сюда, вот прям жмякаете по нему, да, то есть здесь будут несколько вариантов авторизации. Первое, это будет по аккаунту, который вы создали вот на этом сайте. Второй вариант будет авторизоваться через YouTube. Вам нужно выбрать второй вариант — авторизоваться через YouTube. Ну, я думаю, показывать, как это делать, не нужно. И так сами разберетесь. Авторизовывайтесь, в общем, через YouTube. И все, в принципе, приложение работает. Через 5 минут, когда вы там будете находиться на стримчике, у вас появится вот такой вот... Где? Ну, блин, не сюда. Ну, в общем, вот такая вот штука появится. Здесь будут указываться ваши баллы. Будет указано, подписка есть, нет. И время, сколько вы смотрите. Сколько вы смотрите. Магазинчики вы смотрите, посмотреть, как, на какие товары вы сможете обменивать баллы, ставки. Я еще не разбирался со ставками, не знаю, сами разберетесь. Ну, а дополнительно вы сможете посмотреть, сколько и за что баллов начисляется. И еще, ребят, есть такая одна тема непонятная для меня. Вот как статус ID не верифицирован. Если честно, я просто на это уже забил, потому что я пытался верифицировать свой канал. Мне пишет, блядь, не верифицирован. Я связывался с поддержкой, говорю, что за херня, почему я не могу верифицировать? Значит, делаете что-то неправильно. Блядь, скидывает мне 4 шага, какие нужно сделать. Скачать приложение, закинуть ID канала, зайти в свой аккаунт, нажать кнопку «Верификация». Нихуя, я вот даже при вас попробую сейчас это сделать. То есть я вот нахожусь на своем канале. Давай вот мы сделаем так вот. Я выйду, блядь, из системы. Вот, ну, показываю вам, да. То есть авторизация по никнейму с сайта. И вот, войти через YouTube. Вы хотите войти через YouTube? Да, хочу. Обновите страницу. Хорошо, я, блядь, страничку обновлю. Вот, вот такая вот херня постоянно. Войти через YouTube. Окей. Запрос отправим. Все, я вошел. Все, я вошел в свой канал. Вот, видите, да? Верификация. Делаем верификацию. Делаем верификацию владения каналом. Окей. Все, получение не удалось, обновить страницу. Понимаешь, тут, блядь, каждый раз надо обновлять страницу. Он зашел на канал, обнови страницу. Верифицировать. Окей. Все, запрос отправлен. Вы можете пройти статус верификации вашего канала в меню настройках сайта. Окей. Заходим на сайт. Я не верифицирован. Ну, я делаю обновление. Я не верифицирован. Я в душе не ебу, что здесь надо делать, чтобы у тебя была верификация. Поэтому я просто на это нахуй забил. Это, похоже, какая-то рандомная шляпа, которая кому-то верифицирует, кому-то нет. Если вы знаете как, ребята, ну, напишите в комментариях. А в общем, я просто рассказал про то, как это установить и как на этом, в принципе, еще вы можете зарабатывать. Ну, на начальном этапе это будут скинчики, а дальше посмотрим. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в комментариях. Всем пока и до новых встреч.